Добрый день. Я хотел бы сдать книги для Донбасса. Неравнодушных, большинство из которых школьники и пенсионеры, оказалось немало. За неделю удалось собрать несколько десятков книг. Все издания на русском языке. В этом и есть цель акции – дать книги тем жителям Украины, которые хотят говорить и мыслить на родном для себя языке – русском. Волонтеры принимают разные издания. Особенно будут рады русской классике, учебникам и детским книгам. Но только тем, которые имеют опрятный вид. Акция «Книги для Донбасса» в эти дни проходит по всей Кубани. 24 января акция будет завершена. И из города Сочи книги будут отправлены в Краснодар. В Краснодаре уже департамент молодежной политики будет направлять книги адресно жителям по запросу жителям Донбасса. В Сочи книги можно приносить в волонтерский центр ежедневно с 9 до 18 часов. Он расположен на улице Советской, 26А, за зданием Сочинского госуниверситета.